Привет всем! С наступившим всех Новым годом! У меня сегодня новый проектик, первый в этом году. Проблемка появилась дома, когда проветриваешь, двери закрываются, когда сквозняк делаешь. И хочу вот такую ногу сделать, типа клинышко под дверь подставлять, чтобы не закрывались. Может, кому еще пригодится. В принципе, полезная штукенция. Но я не думаю, что в России в минус 45 проветривают, все окна открывают. Это, наверное, только у нас такая, блин, история. У нас все еще плюс сплошной, плюс 4, плюс 5, так вот. Короче, зимы нет, не было и, скорее всего, не будет. Ну, глядите, что из этого получится. Покрывать буду, кстати, маслом. Без всяких там лаков, всякой этой. Еще хочу попробовать на подошву тут. Если найду что-нибудь, или кожу, или резину приклеить. Посмотрим. Ну, глядите.
Так, ну что, вот такая вот нога получилась. Опять промазал склеем. Не заметил. Косячки маленько видно. Но это дело поправимое. В следующий раз не наделаю. Ну и вот типа как она работает. Так поставил и все. Тут дверь, правда, у меня высоко сильно, дома чуть пониже. Это все там пару сантиметров. Так, как тут настроиться, блин. Он насвинячил везде. Ну вот типа такой приблуды. Это можешь кому пригодиться, у кого такие проблемки есть с дверями. Ну меня достало, блин, окна открываешь, дверь захлопнется. Сквозняка нету, проветривается долго. Жена ругается, что дома кумар. Так что, кому понравилось, сделайте тоже. Еще раз всех с Новым годом. Ну и до новых встреч в эфире.